Такого в Одессе еще не было. Наш телеканал готовит масштабный проект «Новый год на седьмом». В съемке программы задействован весь коллектив телеканала. Наши видеооператоры, журналисты, ведущие, сценаристы, режиссеры проведут на съемочной площадке больше 30 часов. Завесу приоткроет Юлия Федорова. Это Новый год на седьмом. В съемке программы задействован весь коллектив телеканала. Это больше 100 человек. В концерте принимают участие Феликс Шиндер и группа «Деньги вперед», симфонический оркестр Андрея Черного, группы «Беспека», «Дюк Тайм» и другие известные одесские исполнители. Подготовка к проекту началась еще осенью. Мы равнялись на центральный канал, у них есть такая практика, либо мюзикл, либо это новогодний концерт, и решили создать собственный. То есть на территории одесского телевидения такой, конечно, никогда не создавался проект. На украшение площадки ушли тысячи бенгальских огней и новогодних гирлянд, сотни упаковок серпантина и светодиодных лампочек. Сцену устанавливали больше 6 часов. Третий ряд столиков. 2 человека. Сядьте, пожалуйста. Так выглядит съемочная площадка программы «Новый год на седьмом». Здесь 5 различных локаций для поздравлений, для выступлений, для зрителей и для записи ведущих. Потом, после монтажа, будет казаться, что все артисты и зрители одновременно присутствуют в зале. Открывается сначала первое дыхание, потом второе, пятое, десятое. Потому что мне кажется, что вот то дело, в которое вложено такое количество души, просто неинтересным быть не может априори. В съемках принимают участие сотни человек. Подобного проекта на одесском телевидении еще не было. А еще здесь ни к чему нельзя прикасаться. Все красивое и хрупкое. Рабочим приходится постоянно подправлять декорации и реквизиты. Ведь здесь всему этому предстоит простоять еще сутки. Вот у меня сейчас эмоциональный пик. Что-то варьируется между гранью смеяться и плакать, если честно, да. Весь этот съемочный процесс займет не меньше 30 часов. Все это время наши видеооператоры, сценаристы, режиссеры и все, кто задействован в концерте, будут находиться в съемочном павильоне. Мне нравится, но хочу спать уже. Не, ничего не идет не по плану, но мы справляемся. Пропадает все. Свет, люди. Зрители увидят это феерическое шоу на седьмом канале в первые минуты 2016 года. Сразу вслед за боем курантов и поздравлением президента. Юлия Федорова, Олеся Повар, Игорь Гвоздев, «Седьмой канал».